Как провести Новый год дома весело? Одни традиционно встречают Новый год исключительно с семьей, другие предпочитают праздновать его с друзьями. Но даже тем, кто не представляет праздника без большой и веселой дружеской компании, совершенно не обязательно в эту сказочную ночь куда-то идти. Весело отпраздновать приход Нового года вполне можно и дома.